А сейчас о тех, кто добивается результатов, что называется, не благодаря, а скорее вопреки. Инвалиды, в особенности колясочники, уже давно ведут все более активный образ жизни. Работают, учатся, занимаются общественной деятельностью. В Твери для них теперь открывается еще одно направление для самореализации – занятия бодибилдингом. Причем оно дает им возможность получить даже всероссийскую известность. Эти молодые люди не просто так собрались возле медцентра «Вера», что на улице Завидова. Клиника известна своим отличным реабилитационным центром для спортсменов, где на уникальном оборудовании тренировки ведут профессиональные наставники. Однако теперь тут приступают к занятиям и бодибилдингом, причем инвалиды. Среди новичков и Антон Венгерцев. Все равно, чтобы поддержать организм, чтобы кровь погонять, размяться. Физические упражнения все равно нужны, как бы какая бы травма ни была, все равно надо поддерживать организм. Его коллега по тренировке Андрей Увиков отмечает, что занятие бодибилдингом – это отличный социальный лифт и не только. Это соревнования там, всероссийского уровня, регионального уровня, это общение. И хочется все-таки после чувствовать себя человеком, выглядеть хорошо, красиво, в том числе и физически, не только для здоровья, но и красиво выглядеть. А бодибилдинг – это в том числе и красота тела. Среди организаторов первой тренировки – НКО-эксперт, где отмечают, что всегда готовы помочь всем желающим инвалидам добраться до клиники «Вера». Конечно, не секрет, что сопровождение по городу сейчас у нас пока еще очень даже необходимо, потому что все-таки транспорт и городская среда не приспособлены для передвижения на инвалидном кресле. Мы будем стараться, поэтому мы говорим всем, призываем всех, кто хочет прийти тренироваться, что это возможно. Мы знаем, как организовать сопровождение до центра, да, от квартиры до непосредственно центра, где проходят тренировки. Непосредственно тренировочным процессом руководит президент областной федерации бодибилдинга Станислав Бржевский. Как настоящий профессионал, он отмечает, что не стоит на первом же занятии брать с места в карьер. Мы поймем, какие ограничения есть ребята, и только после этого мы уже начнем планировать тренировочный процесс. У нас будет отведены определенные дни, определенное время в клинике «Вера», и ребята будут приезжать к определенному времени, и мы будем уже систематически и комплексно подходить к этому процессу подготовки ребят к соревнованиям. Так что, если кто втянется, то у них есть отличный шанс попасть даже на федеральные соревнования по бодибилдингу, чтобы еще раз доказать всем, что инвалиды-колясочники – это люди с неограниченными возможностями, способные добиваться впечатляющих результатов в самых разных сферах деятельности, благодаря своей целеустремленности, силе воли и тем людям, которые готовы их в этом поддержать.